Привет, друзья. Такая тема. Имеется шпионская радиостанция Баофенг УВ-Б3+. У меня она уже примерно год. Сначала было все в порядке, работало отлично, а потом стало немножко работать тише. А включил вот недавно, и что-то звук совсем никакой. Сейчас я покажу. Это максимально. Сейчас включим FM. Еле слышно и слегка похрипывает. Вот это средний уровень. Не знаю, в чем проблема. Нужно... Ой, что это было? Ничего себе. Нужно будет разобрать и посмотреть, что же такое. Что там внутри и почему слабый уровень громкости. Вот она плата. И вот этот проводочек необходимо отпаять. Теперь необходимо снять эту плату. Чтобы снять плату, необходимо снять вот этот вот дисплейчик. А как это сделать? Здесь мы маленько подденем. И вот это вот должно вот так. О. И все. Все было очень просто. А это что такое? А это лишнее запасное. Какая-то фиговинка. Теперь открутим вот эти два винтика, и плату можно будет снять. Я так думаю. А она не снимается. Может быть, также и эти винтики нужно открутить. И, кажись, вот это вот не пускает. Да. Антенна, точно. Вынем анту. И что же мы видим? Все такое мелкое. Такие маленькие бубочки. Сейчас поищу в интернете схемку. Надобно найти, где там у НЧ. А проблема, кажись, вот в этом вот кондёрчике. Мой замечательный паяльничек. Чик. Чик-чик-чирик. Такого махонького у меня, кажись, нет. Вроде бы как и не вздутый. Очевидно, высох. И что на нем пишут? 10 вольт, 100 микрофарад. А радиорынок сегодня не работает. Сегодня понедельник. Проверяем. И что? И ничего. Я думаю... Неисправен. Сейчас мы что-нибудь найдем. Что-нибудь бэушное. Вот такие пимбочки. Когда-то выковырял из жестких дисков. Что здесь пишут? 47. Сейчас мы проверим. Ну-ка себе.
53 микрофарады. Я думаю, пойдет. Вот он, конденсаторчик. Припаял и приклеил к плате. Теперь попробуем собрать. Плату прикрутили, теперь припаяем антенну. Еще капелька. Нормальненько. Теперь почистим дорожки и установим дисплейчик. Чик-чик, чик-чирик. Как оно было? А было оно как-то так. Раз. И еще раз. Прикрутили. Также подтянем и этот. Припаяем спикерчик. Чик. И еще раз чик. Все, теперь можно и собрать. Кажись, вот так. Это сюда. Закрутим саморезики. Раз. И еще раз. И затянем пинцетиком. Нужно будет сделать специальный ключик. Так, поехали дальше. Теперь прикрутим вот это вот. Тут-то-мут-то. Теперь регуляторчик. Аккумуляторчик. Чик. И таким чином ти трошки частинку вогня миру до себе додому. Цей вогонь любив добро. До новорічно-різдвяних свят. Звук нормальний. Но не попал дисплей туда, куда надо было попасть. Сейчас мы открутим. И еще разочек туда-сюда. Возможно, здесь немножко сдвинулось. Сейчас подожмем. Вот так. И вот так. Чик. Чик. И еще подтянем. Сейчас подключу аккумулятор, проверю. А потом уже буду собирать. А то как бы еще чего не вышло. Все окей, все окей, все окей. С первого раза не получилось, но ничего, не страшно. Сейчас все будет окей. Клипсу прикрутили. Теперь вот эту вот пимбочку. Чик, чик. Антенну. И аккумулятор, чик. Включаем. Замечательно. Я вже хотіла здатися. Звук отличний. Тобі завжди здається, що... Это на мінімумі. Набути рівня, не знаю, телебачення, де з усіляки. Все работает просто замечательно. И, как всегда, как у всех нормальных мастеров, осталась лишняя запчасть. Это подсветка дисплея. Нечаянно вырвал вместе с дорожками. Ну ничего, не страшно. А на сегодня все. Всем спасибо. Ставим пальцы. И до следующих видео. Всем пока.